Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Пусть Его любовь среди греховной стужи их согреет на дорогах трудных. Не спешите говорить угрозы, адом наполнять их ум и сердце. Расскажите лучше о саронской розе, о нарциссе трепетно весеннем. Расскажите, как он прост и светел, как легко с ним говорить о трудном, как тянулись руки его к детям, как тянулось сердце его к людям. Расскажите, как слипались губы, пить просил, колодцу севу стало. Расскажите, как пошла на убыль та худая слава, что сперва к нему пристала. Не стесняйтесь простоты и правды. Не стыдитесь ног Иисуса пыльных. С плотником босым постойте рядом в лаковых начищенных ботинках. Расскажите, как народ с ним спорил, как бессильно правда билась в душах, как был взят предательски и злобно самый светлый, праведный и лучший. А потом, всего через 3 года, связанный, оплеванный толпой, ушел на казнь, чужое взявши горе, шел на смерть голгофскую стезею. Расскажите, как наотмашь били, как висел он, истекая кровью. Расскажите, как его любили жалкою своей полулюбовью. Расскажите, пусть они узнают, пусть они лицом его запомнят, пусть они губами тронут знамя, то, что называется любовью. Не пугайте их, они и так устали. Жизнь у них, как беспощадный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите людям об Иисусе. Аминь.